Некоторые лидеры европейских стран пытаются использовать мятеж в Турции для противодействия вступлению страны в ЕС. Об этом заявил посол Турецкой республики в России Умит Ярдым. По его словам, такие действия являются показателем двойных стандартов тех кругов, которые позволяют себе такие вещи. Ярдым отметил, что в некоторых странах, считающих себя обладателями универсальных ценностей демократии, процветают такие явления, как нацизм, фашизм и радикализм. Однако мне интересно узнать, те люди, которые полагают, что они якобы защищают демократию, ценности демократии, как бы они поступили, если бы бомбардировки подверглись их парламенты, или что бы они подумали, если бы на их президента была совершена попытка покушения, сказал дипломат. Также Ярдым поблагодарил Россию за поддержку и осуждение попытки госпереворота в Турции.